Оптимил для котов. 4 килограмма. Заказали на сайте Шиншилки. Полнорационный сухой корм, индейка и овощи. Перед этим мы давали с уткой. Уткой выглядел вот так. Красивенький, маленький, черненький. А сейчас глянем, как выглядит с индейкой. Форма чуть-чуть другая. Чуть-чуть. Эти квадратики, а это не квадратики. А это какие-то такие, ну, в общем, другой формы. Да? Ты выбрал новый? Да? Он вкуснее тебе пахнет? Нет? Ты наелся уже. По запаху они практически не отличаются. Этот единственное, наверное, сильнее пахнет из-за того, что он вот только-только открыт, скорее всего. Сроки в норме. Шиншилка молодец. Будем заказывать еще.